Я вас всех приветствую на канале Механизатор в Молдове. Сегодня у нас 13 марта. Как вы видите, мы продолжаем убирать кукурузу. Вышли сегодня на комбайне John Deere. Сейчас я вам покажу кукурузу, как выглядит. Она стояла всю зиму. Вот как она выглядит сейчас. Вывозят, как обычно, КАМАЗы. Два КАМАЗа. Как видите, комбайн стоит. Комбайнер обедает. Сейчас он придет и будем продолжать убирать. Как, если кто не видел никогда, смотрите, как здесь устроено все. Комбайн 2011 года. Каждый год он убирает около 1500 гектар. Что могу сказать, хороший комбайн. Ладно, покажу уже, когда будем убирать.